прямой эфир и батончик с кофе. Извините за опоздание, я просто наливала себе кофе, пока видосы монтировала, пока выкладывала. Немножко задержалась. Вот. Всем привет. Пью черный кофе без молока. Молоко категорически нельзя, потому что оно сушкино небольшое. Привет, нет, я не в Краснодаре. Шалом, братка. Как мне вас не хватает. Сахалин, привет огромный. Ворск, когда? Я надеюсь, что скоро привет. Поругалась с родителями, поэтому пока не задумываюсь. Да, я сняла нарощенные волосы, но по каре я не постригла. У меня подровняли чуть-чуть кончики, и сейчас отращиваю. Отращиваю. Хотела поговорить с вами о людях, которые нас окружают. О нашем окружении. Очень такая тема актуальна, я считаю. В общем, приведу пример просто. Когда я раньше тусовалась, отдыхала, была немножко другой, безответственной, вот, говорила «да», сама ничего не делала, кидала даже, ну, такое было именно друзей своих. Я и притягивала такое говно. Притягивала реально говно, у меня было окружение тусовочное, клубы, тусы, короче, ну вот все вы видели, в принципе, кто за мной далеко, давно наблюдает, по-любому видели. Вот. Как только я начала меняться в себе внутренне, я начала притягивать в свою жизнь достойных людей, что не может не радовать. Людей, которые меня заряжают. Вчера у меня была важная встреча, по поводу чего потом в дальнейшем вы узнаете. Вот. И вы знаете, я такая ехала в центр, да, и у меня мысли были такие, типа, как бы не сорваться и не затусить. Вот. Но так как я не пью ничего, как бы, ну, я себе слово дала, я думаю, что это вероятность процентов, что я бы затусила, ну, 40 на 60. 40, что я бы затусила. Потому что меня никогда не останавливало ничего. Вот. Ну так, что я хочу сказать. Я встретилась с достойными людьми. Я пообщалась по делу. Пообщалась о своем развитии дальше, в дальнейшем. Вот. Сейчас я просто хочу всем отвечать еще. Сейчас, секунду прям. Так вот. Очень сейчас я продолжу свою речь, просто тут написала ей огромное сообщение. Ну ты чего расклеиваешься? У меня сестра старшая родная, я всегда очень ее любила. И уважала, прям вот как все для меня. Но с годами я поняла, что она просто меня использует, очень плохо ко мне относится. На самом деле, я так скажу, я не расклеилась, я просто, я люблю свою семью, несмотря ни на что. Я знаю, что они меня любят, и я знаю, что это какой-то, знаете, такое с их стороны, наверное, шаг, чтобы меня проучить. Я это все понимаю, я не глупая девочка. Допустим, делать вид и как бы не иметь свое мнение, это плохо, когда ты под контролем других людей. Это очень плохо, понимаете? И поэтому я сказала, что вот у меня есть мой жизненный этап, который я прохожу. Дайте мне время, и я пройду его, и вы увидите все. В меня пока, ну, как бы, наверное, они не верят. Самое главное, что я в себя сама верю сейчас, потому что очень много изменений происходит после прилета с Кипра. Именно мои внутренние, моих внутренних изменений. Вот, касаемо этого. По поводу вчера пообщалась по делу с людьми, с достойными людьми. Привет-привет всем еще раз. И у меня мои вот эти 40%, который я внутри держала в себе, что, может быть, где-то пойти, ну, так, отдохнуть, потанцевать.
они ушли просто вот вообще куда-то, потому что окружение было совсем другое, достойное. И я подумала такая, так, там будет много соблазнов, задурманит мне голову. Ну и смысл, когда у меня сейчас вот есть цели, вот мы обсудили, вот планы, четкий план. И если я пойду тусоваться, этому плану придет пизда, потому что мои мысли пойдут в не туда. Вот. Новотроицк, огромный привет. Многие здесь живут у бабушки. Я тоже вырос у бабушки. Что здесь такого? Вот, да не, просто у меня эта тема с Дома 2 актуальная. Если бы меня никто не знал, никто бы и не знал, что у меня ребенок у бабушки. Это вообще какой-то бред, на самом деле. Вот, что говорят. Так вот, и вы знаете, Вселенная наградила меня. Наградила меня тем, что я вчера никуда не пошла. Я приехала домой. Искупала своего поросенка маленького, кошечку свою, потому что отпидорила квартиру, ее покупала. Приехала, покупала ее. И легла с ней спать. Обняла, но я только пригрелась, ко мне замерзла моя малышка. Да, Василиса? Вот. Я сегодня проснулась, поехала с таким настроением на тренировку крутым. И Вселенная наградила меня. Я достигла результатов. Я вот к чему. Понимаете? То есть, если бы я пошла тусить, я бы отменила зал и пошла бы в зал, ну, в воскресенье, блин, если не в понедельник или не во вторник. А тут, понимаете, какой успех? Для меня это нереальный успех, когда я с 50 килограммами делаю присед. Многие мужчины не могут поднять штангу в 50 килограмм. А я подняла. Для меня это очень в спорте, когда у меня даже с детства, когда я там занималась спортом, когда я достигала там президентские соревнования, неважно, результатов, я кайфовала настолько, я больше всех в классе приезд делала. Я там, ну, я очень спортивная. И для меня это было вот это, и я ощутила то же самое, что было в школе, что я достигла. И это круто, это нереально круто. Правда. Ты, умничка, ты красотка, все правильно делаешь. Спасибо большое. Я прям вот настолько довольна, я молодец, я правда молодец. Как бороться с паническими атаками? Ответь, пожалуйста. Как бороться с паническими атаками? Ну, я не знаю, может быть, поможет медитация, я не знаю. Попробую успокоиться, попробую правильное дыхание настроить, закрыть глаза и отвлекать себя, вообще мысли выбросить из головы. Я просто не знаю, знаю ли я, что такое паническая атака или нет. Это панические у меня атаки были или нет. Я не понимаю вообще, если честно. Но на самом деле, именно духовная практика, медитация и так далее, это все помогает. Это реально помогает. От шишиста с клуба Sky, помнишь? О, привет! Помню. Так ты общаешься с... Нет, у меня не линзы, у меня мои глаза, я линзы не ношу, у меня же зелено-желтые глаза, в зависимости от настроения и погоды. По поводу человека, которого вы сейчас написали, это Ше. Вот, я с ним не общаюсь вообще. Посты, не важно вообще, я себя там удалила из отмеченных постов, мне нафиг это не надо за счет меня, чтобы он выезжал, не хочу. Все. Эти люди, которые были в моей прошлой жизни, вот, именно которые меня тянули на дно, я благодарна им, потому что это жизненный опыт, это очень крутой жизненный опыт. Я вообще была, я тогда была счастлива, это было круто, это было нереально, но я иду дальше. Впереди много людей, много знакомств. Хороших, достойных, много встреч, много идей, и дай бог, все будет прекрасно, не воплотятся. Сашуль, даже сейчас сияешь, я очень рада за тебя, искренне. Спасибо большое. Я сияю, потому что я прям вот, ну, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Я желаю всем так сиять, правда. А вот. Все-таки правильно, что же не мог купить. А, да, ты же тебя сразу знает. Это мне каждому дано. Ты знаешь, я вот как бы жилье-то, ну, как бы сама еще стремлюсь к этому. Это все будет в процессе. Вот. Сейчас я именно результаты, вот, ну, то, к чему я иду, вот дальше, дальше, вверх, вверх только. Вот. А по поводу, да, я не знаю, я всегда говорю, не судим, да судим не будешь. Поэтому привет, привет всем. Вот. Короче, что еще? Так, я попрошу извращенцев выйти из моего прямого эфира, потому что кроме как моего милого лица вы не увидите ничего.
ты под чем-то, Саша, ты очень палишься. Нет, я не под чем-то. Если бы я была под чем-то, я бы сейчас в прямом эфире не сидела. Я бы сейчас не тренировалась, и вообще меня бы не было даже в историях. Кто знает, тот поймет. Вот, надеюсь, в Орск с таким же настроением приедешь. Да, я обязательно приеду в Орск с таким же настроением. По-любому. По-любому. Главное сейчас все потихонечку наладить. Вот. Так что вот так. Я просто, знаете, есть такой момент, типа, ну, когда человек... Давайте поговорим о под чем-то. Неважно, под алкоголем, под наркотой, неважно. Но, насколько мне известно, этот человек не будет есть. Кофе пить точно не будет. Ну вот. Да и я бы хрен вышла, мне кажется, с вами разговаривать. Если бы я была неадекватная. Вот. Под алкоголем тоже. Под алкоголем у меня были просто пьяные сторисы под музыку. Вот когда я вот так сижу, и я бы была не дома точно. Вот. Поэтому вот так. Так что, не вам говорить. А откуда вы знаете вообще, что это вообще? Ну, если человек под чем-то, откуда вы с вами пробовали, что ли? Мне вот что интересно. Упокойте, да, спасибо большое. Нет, наверное, я принимаю, что там. Вот, иду на тренировку, 50 килограмм, присед, делаю такой суперсет, это мощь, это сила, ага. Вот, Шева, это ты, да? Да, я слышу, не завидую тебе. Спасибо большое. Да, я не знаю, мне как-то, знаете, параллельно, вот. Хочешь что-нибудь себе изменить внутреннее? Внутренне только бы изменила, ну вот меняю потихонечку, меняются мои люди, вот, общение, круг, все меняется полностью. Вот, Саша, ты красотка, спасибо большое, принимаешь, да, до трения и питания, правильно, да, это так. Я сейчас так хорошо покушала, вот, ну такое, я гречку с курочкой кушала, прям. Хорошо. Ножки класс. А где вы ножки увидели? Я сижу. Не слушайте никого, вы секси, умничка. Спасибо большое. Никого не слушаю. Вообще никого. Моя энергия, это моя энергия. Негативная энергия никогда в меня не проникнется. Это уж точно. Вот. Поэтому я всегда вот желаю всем и счастья, и здоровья. И всего остального. Я просто помню себя, наверное, когда я не добилась ничего. Еще такая сидела, знаете, там смотрела на силиконовых девочек, там, которые переделанные были. Еще до Дома 2. И такая некая зависть была. Ну, знаете, я понимаю, поэтому хейтеров это нормально. Не то, что даже именно в силиконе дело или в переделывании, а именно дело в успехе, в достижениях. Дочь с бабушкой. Майка огонь. Да, я обожаю. А я не блокирую негативных, потому что этот эфир сохранится, и там не будет их вообще. Ну, то есть то, что здесь сейчас вы пишете, там не будет видно вообще, поэтому я не читаю даже. Ну вот, самолет Москва и Риван ждет. Я поняла. Кус-кус-кус. Кто ты? Что ты, девочка моя, сидишь? Ты моя принцесса? Маленькая? Посмотрите на нее, она такая... Шли всех нахуй, Дим. Конечно. По-другому никак. По-другому вообще никак. Кстати, сейчас я приду, я сейчас... Ты вот когда зашел в прямой, я сейчас буду записывать в ежедневник именно как раз все свои планы. Вот. Да, тебя на путь истинный поставил, ты изменилась. А, наверное, жизненный опыт, люди, которые окружали, окружают меня. Ну и в первую очередь, наверное, я сама. Я просто пришла к тому, что мне нужно расти, а не тусовки и так далее. Что мне нужно развиваться, менять себя.
Вот. И все, тьфу-тьфу-тьфу, меняется в лучшую сторону. Слава Богу. Слава Богу. А то, что было тогда, это бесы, наверное, какие-то лучше. Так. Так. Что тут еще? Вы выпиваете? Нет, сейчас я не пью. Вообще алкоголь. Возможности миллиарды просто выпить. Вы занимаетесь благотворительным больным деткам? Вы знаете, я бы с удовольствием занималась благотворительностью больным деткам, честно. Искренне. Ну, вас, ну, очень много мне присылают в директ. Понимаете, у меня столько денег не хватит помогать. Еще битов, Лаки попросил еще битов скинуть. Правильно, спасибо большое. Ну вот эти вот мне понравился, третий и четвертый. Вот прям, именно чтобы бас, бочка была. Ты сейчас в отношениях, можно считать, что так? Ты... Диан, ты как вот этот, мой этот, отстреливаешься. Просто подаю, я тебе патроны подаю, а ты стреляешь. Как истинная настоящая девочка. Смотрите, вот у меня возможности выпить, ну просто, ой, вот это да, вот. Сашка, привет, привет, привет. Ты веришь в Бога? Да, я верю в Бога, я верю во Вселенную. Посмотрите, сколько у меня возможностей выпить. Я вам сейчас расскажу. Кстати, маме браслет сделали ручной, именно оберег, только с ее камнем. Только пока не могу довести. В общем, смотрите, что вы думали. Вот. Это, короче, специально. Это кипрская, короче, водка. Ее разбавляют с водой. Пьют прям с водой. Знаете, как наливают чуть-чуть водочки, воды, и она становится сладкой, ее прям пьют, вкусная. А, вот я. Вот. Потом вот это вино грузинское. Это грузинское вино, вот это. Вот это вино грузинское. Тут чача. Чача. В общем, возможности выпить. Да, Василис? Возможности, скажи, выпить у мамы очень много. Да? Мой сладкий пирожок. Смотрите на нее. Вы смотрите на эту принцессу. Не смотрите, это красивая девочка. В общем, возможности Грузия, да. А, возможности выпить вот просто, блин, хочешь, открывай и пей. Но, неважно вообще, вообще не хочется просто, правда. Скажите, добрый человек, я знаю, еще до дома 2, обожаю тебя, Алин, спасибо тебе большое, Наташечка, привет, моя хорошая. Да, как типа спирта, да, это правда, да, кипрская водка, но она прикольная, я маме тут привезла, вот. В общем, вот так, что еще? Что еще вам сказать? В общем, возможности миллион. Мне кажется, у меня очень много возможностей не только выпить, понимаете? Но дело не в этом. Дело в том, что не хочется. Вот. Я не оправдываюсь. Я вам просто говорю, а может быть, кто-то, вот, знаете, любитель выпить, тоже как бы силу воли свою включит. Оправдываться, ну, я никогда ни перед кем не оправдываюсь. Отныне. Вот. Привет, ты лучшая, спасибо большое, спасибо. Дим, работать что? Работать. Нет, у меня нет эскорта, это вообще бред, вообще выкиньте это из головы в сторону меня, вообще выкиньте просто, я ненавижу просто людей, которые вот такого вафу. А кто еще что? Слава богу, у меня не довелось мне уйти в эту сферу. Ой, слава богу, господи, спасибо одному человеку. Я по сей день, наверное, ему искренне благодарна, что благодаря ему я никуда не ушла, вот ни в какие вот эти вот блядства. Фу, просто фу. Вот, Саш, тебе я очень постоянно куришь эту трубку, а сейчас, не сейчас, а вообще... Да я не постоянно, я на самом деле после Кипра, честно вам сказать, начала курить. Я Айкос курю постоянно. Я прям хочу курить, не знаю, работать, не бухать. Да, правильно, Дим, конечно, работать. Возможности миллион. Видно, что ты добрый, хороший. Не будь он, все будет хорошо и с родными наладится. Спасибо большое, спасибо. Как стрижка называется? Да я не знаю, мне просто подровняли волосы. Они просто сейчас у меня после массажа, они у меня очень послушные. Как я хвост сделаю, они от хвоста отпечатываются.
Вот. Так что вот так. Что тут еще? Покажи, как делаешь вакуум, пожалуйста. Ну, я сейчас поела, я не знаю. Смогу я сделать вакуум сейчас? Не знаю. Блин. А давайте попробуем. В общем, я не знаю, я поела плотно. Я, короче, набираю воздух в живот. И вот так выпускаю его весь. Так как я поела, я не могу долго стоять. Вот. Не могу не курить. Привет, привет. Что такая красная? Сгорела в солярии. Привет, привет, привет. Привет. Вот так я делаю вакуум. Просто набираешь в живот. В живот. Воздух. Именно в живот, диафрагму. И выдыхаешь, выдуваешь полностью, прям до конца и держишь. Вот, и держишь, это так нужно сделать по 15 секунд, ну, 10 подходов, по 15 секунд, туда-сюда. Ну, то есть, как бы, простояла там, чуть отдохнула прям секунд, 10, и опять, и вот так 10 раз. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо, очень приятно. Вот, так делается вакуум, правильный вакуум. Плюс ко всему, когда человек дышит в грудь, это очень плохо. На самом деле, чтобы наши легкие хорошо работали, это, кстати, коронавирус и всякие там грипп, ОРВИ и так далее, чтобы легкие у нас были чистыми и хорошими, нам нужно дышать не в грудь, я даже в грудь уже разучилась дышать, а именно животом дышать. Я вот, ну, я дышу, и чтобы даже разговор у нас, я вот в школе телерадиоведущей училась, тоже набираем, чтобы сказать вот предложение, вокалом ты занимаешься, неважно. Ты набираешь воздуха в живот. И тогда у тебя хватает воздуха полностью там, на твое предложение, на то, что ты пытаешься донести людям. Тогда у тебя речь будет более, как бы... Видите, у меня закончился, я опять набираю в живот. Я разучилась дышать уже через этот грудной отдел. Вот. Фигура огонь, спасибо большое, спасибо. Айкос, да, я не знаю, почему-то начала вот именно курить Айкос постоянно, не знаю. Спасибо за фигуру, мне очень приятно. Я сейчас, это еще не все, я сейчас стремлюсь, расту и буду дальше расти. Ну, в плане не расту, а наоборот, именно внутреннее, наверное, состояние, чтобы мое тело было более, мне еще хочется привести его. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Так что, девочки, дышите, мальчики, правильно. Вот я, видите, опять животом дышу. Даже когда медитируешь, ты сидишь и дышишь не в грудь, а в живот. Тогда воздух попадает правильно в легкие, и вы будете меньше, наверное, даже болеть. Это Айкос, я не могу его бросить, ну вот такая вот я вот плохая, вот не могу, не хочу его бросать, я как бы, ну, единственная, наверное, вредная привычка, которая у меня сейчас осталась после Кипра. А вот, в месяц Рамадан ты чё это куришь? Ну я же не мусульманка, я же как бы русская, я хохлушка наполовину, я имею право, я не держу пост. Я имею право делать все, что я хочу. Кстати, вот у меня тренер, он мусульманин, он держит пост со своей семьей. И мне, я ему прям вот именно прям завидую белой завистью, он молодец. Потому что очищается же организм. И, возможно, я тоже попробую в дальнейшем, но не сейчас. Вот, но не сейчас. На самом деле, я прям очень, я горжусь прям. И тренером своим, и Дианочка его супруга, я вообще прям обожаю эту семью. Диана, кстати, если ты здесь, я вам привезла с Грузии. Ты видела, что я вам привезла с Грузии? Я сегодня Ратмиру отдала чухчелу. Привезла там две штучки, получается, там один, два разных этих, по-моему, ореха внутри.
Я думаю, со спортом занимаешься. Спасибо большое. Можешь объяснить, как дышать животом? У меня не очень получается. Это нужно, это, к этому нужно прийти. Это практики постоянные нужны. Когда постоянно практикуешь, я не знаю, вот, живот, вот и... Я практикуюсь постоянно, гимнастику вот делаете животом. Есть упражнение Стрельниковой. Наберите в интернете, прогуглите, что это такое. Там правильно показывают, наверное, и на Ютубе есть. Как дышать. Именно упражнение Стрельниковой называется. И, а каким-то спортом занимаешься? Я занимаюсь спортом фитнес. Фитнес, силовые тренировки, кардио-тренировки. Вот так вот. В принципе, больше никаким не занимаюсь. А раньше очень много было спорта. И волейбол, и баскетбол, и футбол даже гоняла. Сколько лет тебе? 26 лет мне. Мне 26. Так что вот так вот, дорогие мои. Я думаю, что мы... Вы замужем? Нет, еще пока не замужем. Как ухаживаешь за кожей? Симпатично выглядит, спасибо. Как я, конечно, качаю. А, как я ухаживаю за кожей? Честно? Никак. Просто. Я вообще не крашусь, кто не заметил, я вообще не крашусь. Нет вообще ничего на лице. А я не люблю краситься, мне лень. Вот это не могу в себе перебороть. Вот. А, как ухаживаю? Просто делаю массаж. Делаю массаж лица. 3 минуты на ночь и утром. И мажу кремушком обычным, любым, по тебе. Вот. Мажу любым кремушком. Вот. Так что вот так. А, что вам еще сказать? Если, давайте так сделаем. Давайте вечером, когда я буду ложиться спать, я зайду в прямой эфир, потому что я помню, я обещала, я знаю, что здесь обещание свое не выполнила. Я зайду в прямой эфир. И такая хорошая, спасибо большое. И покажу вам, девочки, как делать правильно массаж лица, чтобы кожа была более подтянутая, эластичная, чтобы вы у меня выглядели молодо, привлекательно, красиво. Буду вам показывать сегодня вечером в прямом эфире. Хорошо? Привет-привет, я с Москвы. Вот, так что обязательно зайду в прямой эфир сегодня и покажу, как правильно делать массаж. Массаж лица. Вот. Подписка оформлена. Хорошо. Вот. Так что вот так. Все. Ждите обязательно прямого эфира моего. Я вас очень всех люблю. Хейтеров тоже люблю. Пиздец как. Мои хорошие. А я сейчас буду делать дело. Мне нужно записать в ежедневник свои планы. Вот. И пойду кататься на роликах. Пойду кататься на роликах, я потому что купила ролики, и я хочу кататься на них постоянно, вот. Пойду покатаюсь, немножечко подышу свежим воздухом, включу какие-нибудь такие аффирмации достойные и буду ездить в наушниках. Так что, у кого, кстати, есть ролики, пишите на районе, у кого есть ролики, пишите, покатаемся, потому что я катаюсь пока одна. Вот, так что всех люблю, всех целую, всем хорошо, хорошего вечера, хорошей пятницы, сегодня пятница-развратница. Тусовщикам хорошо потусить, не тусовщикам приятного домашнего уюта, приятной атмосферы, киношникам хорошего достойного фильма и так далее. Всем всего хорошего желаю. Всех целую.